Наступает Новый год, и чтобы праздник для всех прошел спокойно, налоговая инспекция заранее проводит активную работу с населением, информируя плательщиков о предстоящих изменениях и напоминая о задолженностях. На прошедшей в Одинцовской налоговой инспекции пресс-конференции прозвучала информация о том, что срок уплаты имущественного налога истек в начале месяца, но, к сожалению, очень многие до сих пор не исполнили свои обязанности и имеют немалые долги за предыдущие годы. По состоянию на текущую дату задолженность по имущественным налогам физических лиц составляет 3,2 миллиарда рублей. В том числе задолженность по сроку уплаты 2 декабря – 1,2 миллиарда. Данная задолженность составляет 35% от суммы доначисленных за 2018 год. Начисление по 2018 году – это 3 миллиарда 300. То есть можно говорить о том, что 65% налогоплательщиков вовремя уплатили имущественные налоги. Оплатить налоги можно на сайте ФМС в личном кабинете, через почтовое отделение или платежные банковские терминалы до наступления Нового года. В случае неуплаты органами будут применяться меры принудительного взыскания из зарплаты за счет имущества или со счетов в банке. Также должникам могут ограничить выезд за пределы Российской Федерации и запретить регистрацию всех видов имущества, например, машина, дом или земельный участок. В соответствии с законом Московской области от 25 января 2019 года произошло объединение территорий поселения Одинцовского муниципального района и территорий городского округа Звенигород, в связи с чем городские и сельские поселения утратили статус муниципальных образований и в результате объединения территорий вошли в состав Одинцовского городского округа. В связи с данным преобразованием Одинцовскому городскому округу и находящимся в его границах населенным пунктом с 1 января 2020 года присваивается новый код АКТМО. Этот код необходимо указывать налогоплательщикам в платежных документах на перечисление налогов и сборов, начиная уже с 1 января. Стоит также отметить, что если в платежках будут допущены ошибки, средства до адресата не дойдут и будут зачислены на невыясненные поступления. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».